Я воин, интернационалист, но не в названии дела, не в названии. Пусть даже назывался бы я расист, вам легче бы не стало и их вани. Я начинаю нервничать, ведь нервы не сучок. Я нажимаю ласково на спусковой крючок, и хладнокровно трассеры по воздуху летят. И я хочу того же, чего они хотят. Их Ваня изогнулся, и дыбом стала шерсть. Вот их осталось пятеро, а было раньше шесть. Потом четвертый, пятый, третий, и второй упал. А в первого мой Сашка, друг, нечаянно попал. И падают их Вани на землю, а потом мы складываем рядышком их ровненьким пластом. Работаем на славу, и Саша, друг, и я. Нас где-то за кордоном зовут Вьетнам Кремля. Нам просто проявляют огромный интерес папаша и Джизинский, и дядя Са, и дядя Старый Свенс. Но им война такая, теперь им не по нутру. И корчатся от этого агенты ЦРУ. И все же лезут сволочи сюда, в Афганистан. Их прямо плодоносит соседний Пакистан. Ведь винтовка М16, китайский автомат. Но нам ведь не сломаться, скажи, не правда ли, брат? Их Ваня, эки сволочи, в окно дувал залез. Но нам сейчас поможет родимый АКС. Ведь он с плеча не слазит, сроднился он с плечом. Тот от меча погибнет, кто к нам придет с мечом. А где-то дома шуравит ухар. Течет сирень, поход идут туристы. А я рассматриваю в тримплекс Чирикар. И очень тихо слушаю транзистор. Вот прозвучал воинственный набат. Мы в 3 минуты покидаем роту, а мы сейчас влетим в Джалалабад. Все так и надо, как будто на работе.